избранный президент Украины, понимает приоритеты своей работы, похоже на то, как понимаем это мы. Значит, тогда и можно продолжать сотрудничать, можно продолжать работать. Но я хочу подчеркнуть, что это президент, чьи полномочия уже отличаются от полномочий Виктора Федоровича Януковича. Также совершенно понятно, что в ближайшее время начнется работа над новой конституцией. Ситуация в Верховной Раде сложно назвать стабильной. В том смысле, что решение о выборах президентом Украины уже фактически принято. В какие сроки она пройдет, сказать сложно. Будет ли до этого момента принята новая украинская конституция? Будут ли определены полномочия парламента? Будут ли определены полномочия президента до конца? Как будет выглядеть правительство? Я в данном случае перечисляю всего лишь ограничения. Ограничения, которые, конечно же, будут влиять на способность президента Украины выполнить свои намерения, реализовать их.